Всем привет, мои хорошие! Хочу поделиться с вами красотой, кусочком красоты. Мы вчера были с Робертом на даче, там траву косили, короче, убирали немножечко. И у нас во дворе наша растет дикая роза, огромный куст. Что-то я даже не додумалась видео снимать. И просто у меня есть несколько видео с нашей дачи. И я нарезала ножницами, естественно. К ним дотронуться невозможно. Они колючках везде, даже листья колючие. Вот какой-то такой, я не знаю, сорт. Ну, дикая. Она колючая, потому что защищает себя от нападок, наверное, животных диких. Ну, наверное, поэтому. Вот, красавица. Красавица. Я в перчатках обрезала. Тут несколько веточек. Он пышный такой этот куст. И так в пакет замотала, чтобы хотя бы до дома его как-то донести. Вот. Такой красотой, ребяточки, хочу с вами поделиться. Очень красиво. Я обожаю цветы. Здесь Робертушкины конфетки. Клянусь. Ну, как клянусь? Ну, раз в денек, в два дня я Гулливерчик, может, и съем. Это дело такое. Это я еще из Кировограда их привозила. А это курага с грецким орехом в шоколаде и чернослив с грецким орехом в шоколаде. Очень вкусно, ребята, такое вкусное. В общем, балую я своего любимого, балую. А это, девочки, обычно мы выбрасываем такого рода рекламки, но я не могу такое выбросить с таким изображением. Хороший продуманный пиар-менеджерский ход. Молодцы. Это обычная реклама. Самая обычная реклама. Что-то там они рекламируют. Какую-то турпоездку. Какую-то страховку. И такая картинка. Там можно с ума сойти. Я думаю, что это где-то Карибы какие-то. Не знаю. Ну вот пока лежит. Обычно мы всю рекламу выбрасываем. А смотрю, здесь-то такие красивые, манюсенькие эти бутончики. Ее будет очень-очень много. Красавица, просто красавица. Она как на гвоздичку похожа. Необычная. Ну вот так вот. Такая у нас красота есть. Добрый день, мои хорошие. 400 метров поверните налево на Сандер Муллерс. Радует только красота вокруг. Слушайте. Без приключений наша семья жить не умеет. Я Роберта отправила, отвезла, короче, там на станцию одну, он оттуда, у него прямой поезд, он уехал погостить на несколько дней к своему кузену, к Роланду. Он живет в другом городе. Боже мой, с Бонечкой я, естественно. Съездила, отвезла его, приехала домой. Метра поверните налево на Лунхаус. А я не могу в квартиру попасть. Потому что он выложил ключи от британой квартиры рядом с моими. Они идентичны, похожи, очень похожи. Ну как, они не идентичные, но визуально отличить сложно. Я взяла ключи от машины. Я взяла ключи, господи, от квартиры. И мы ж поехали. Естественно, в квартиру я попасть не сумела. Открыть бритыми ключами нашу мне еще не удавалось. Я звоню ему. Ну, можете представить, да, в каком настроении. Он говорит, что ты такое говоришь? Я говорю, зачем ты те ключи вместе положил? Ну, в принципе, кто виноват? Виновата только я. Ну, надо же сразу на кого-то пар выпустить. Он говорит, ну если у тебя есть ключи от бритой квартиры, то едь тогда к ней тогда в квартиру. Я говорю, я не хочу жить у нее. Слышишь, там вообще ничего для меня не предусмотрено. Так там и срач такой, что это просто капец. Я что, эти ключи у меня оставил? Я хотела туда поехать, ну, немножко хоть поприбирать, разгребсти вот эти гнытники все, которые он там создал. Говорит, да-да, слушай, там лежит, короче, где-то в столе или на столе, я так и не поняла.
Там ключи от нашей квартиры есть. Я говорю, господи. Через 400 метров поверните налево на улицу. Есть Бог на свете. Затем поверните направо на следующем повороте. Да, короче говоря, сейчас посмотрим, поедем. Заодно, наверное, повыношу там газет миллион. Газеты какие-то поскладываю, бы надо вывести, выбросить. Там бутылки какие-то. Ну, короче, я так поняла, что у меня сегодня... Ой, блин. Затем поверните. Извините. Направо, короче, я так повороте. Понимаю, что у меня уборка сегодня начнется. Я не планировала этого сегодня. Вообще совершенно. На светофоре поверните направо. Да, понятно. Мы уже и приехали. Вот это 66-й, он прямо на Ремешхольм едет. Короче, ребята, сейчас посмотрим. Видите, какая красота здесь. Такие балкончики с цветочками, яхточки. Здесь очень хороший район. Но это все нормально. Извините, конечно. Хороший район. Тут же еще проблема встать. Тут, видите, все парковочные места тоже кому-то принадлежат. Как и мое дом. Ой, поставили такой, смотрите, фонтанчик. Хотя дождь скоро пойдет. Чего ты плачешь, господи? Это мне надо плакать? Сидишь, страдальческие ноты выдавливаешь. Ну, где-то Ну, красиво здесь. Как же здесь красиво. Обалденно просто. Какие цветы яркие у них. Ой, а это красота какая. Обалдеть. Просто обалденно. Класс. Выходи, нервомот. Пошли сюда. Вот такой вот у них вход в подъезд. Заходи. Я стала на аварийке, не знаю. Я не долго. Я сегодня... Смотрите, приспособление для инвалидов, для пожилых людей, у которых там, допустим, коляски, там, да, переходные вот эти ходунки, или как они называются. Видите? Для колясок. Все приспособлено, все для людей. А вот это ковер такой, это та фирма, которая построила этот. Боня, идем быстро. А у нас шахматная фигурка. Идем, Савичек, идем. Тут они мусор выбрасывают. Вот красота. Сквозняк. Вот красота. Заходи. Господи, боже. Дверь сама закрылась. Зашли мы в квартиру. Так, нашла я ключи. Слава тебе, Господи, ребята. Чтобы вы представляли, начнем отсюда, это просто капец. Сколько здесь работы, почему он эти газеты не выбрасывал? Вы представляете, сколько тут газет? Это надо все собрать в какие-то сумки, я сама это делать не буду. Еще я не таскала, блин, газеты. Он приедет, и мы вместе это все сделаем, это пиздец. У меня других слов нет. Пылюки вала, ну, чтобы вы поняли вообще, какая квартира. Пылюки, это про ужас. Ужас, у меня взрыв мозга. Я на такое просто смотреть не могу. Я не могу. Но здесь хорошо. Здесь и балкончик, видите, бритые эти тоже на колесиках. Ходунки, как они называются, не знаю. Вот такая вот квартира. Там бритая комната, но там вообще Армагеддон. Я не буду заходить, ребята, туда показывать. Ой, кошмар. Короче, работы непочатый кран. Ужас, пиздец. Сюда заехать, и реально надо закатать рукава. У нас огородики у людей даже. Это очень хороший район. Все это надо мыть, перемывать, я не знаю. Но сегодня этим точно не буду заниматься. У нас машина... Боня, поехали быстро. У нас машина стоит на аварийку, я поставила. Чтобы хоть как-то... Чтобы забежать сюда. Я пока нашла, ребята, эти ключи, вот эти вторые. У меня... Блин, уже меня телепат начал. Пошли, поехали. Так, все. Все, едем домой.
как фонтанчик поливает. Ой, ой, как хорошо. Поверните налево на Бобел Оджин. Затем поверните. Слушайте, я заезжала сюда, сейчас увидите. Резко поверните. Стоит огроменная машина такая строительная, какая-то, не знаю. Они заняли полностью здесь всю дорогу, и я тут прямо аж протискиваю. А, уехал. Стоял здесь грузовик, они что-то сыпали, пересыпали. Что они там делали, непонятно. Ну, короче, как я просочилась там, я даже не... С перепугу, наверное. Все, мои хорошие, всем самого прекрасного дня. И просто шикарнейшего настроения, как у меня сейчас. Но сейчас у меня уже шикарное, уже все. Осталось опять доехать до дома. С любовью ваша. Всем пока, зайчики мои.